Всем привет, дорогие друзья и гости нашего канала. Рады приветствовать вас на нашем канале. Всех с добрым осенним утречком. У нас сегодня первый настоящий заморозок. Вся земля покрыта белым инеем. Вода замерзла. На улице холодно. Птички наши вышли из сарая. И у них завтрак. Немножечко подожду, пока температура на улице стабилизируется, чтобы можно было пойти нарвать им зеленой травы, которую они с большим удовольствием ждут. Здесь наш молодняк наших мускусных уток. Здесь у нас лаванда, здесь у нас белые уточки, здесь у нас цесарки, курочки породы белый маран, которые с самого утра уже радуют яйцами. Сейчас вам покажу. Вот такое вот красивое темное яичко. Также есть у нас здесь голубая мускусная утка. Две уточки, два селезня и одна чисто черная вот такая вот смолистая утка. Очень красивая. Есть объявление о продаже мускусных уток тоже вот такого вот цвета. Продают селезня и могут продать уточку. Но цена на них, хочу вам сказать, бешеная. 200 килограмм за живой вес. Как по мне, это немножечко дороговато, потому что ценится только цвет. Вот такая вот наша курочка. Идет селезень. Непонятно кто и почему ободрал ему хвост. Видно, что там есть кровь, весь хвост красный. Ну и наши уточки, которые здесь выясняли отношения, вы могли видеть. Вот такое вот наше птичье царство, вот такое вот наше птичье подворье. По поводу того пополнения, которое должно у нас быть. Оно будет ближе к концу месяца, потому что так складываются обстоятельства. Во-первых, не все готово еще с нашей стороны, чтобы это пополнение принять. А во-вторых, это не что-то маленькое, что можно взять в руки и перевести. Это тоже все нужно обдумать, организовать, договориться. И только тогда можно будет что-то решать. Пополнение это будет. Это не гуси, это не куры. Поэтому ждите и не думайте, что оно уже было, и оно было связано с гусями. Нет. Но на днях будет еще одно пополнение перед тем большим пополнением, которое должно у нас быть. Поэтому тоже не пропускайте наши видеоролики и смотрите за всем происходящим, что у нас есть в нашем хозяйстве. Сюда вот попал лавандово-плечий селезень. Будет ждать, пока подрастут вот эти молоденькие уточки. И потом сформируем семью. Будет крыть этих уточек. Посмотрим, что у нас этого получится. А вот утки те, которые постарше, устанавливают здесь свои правила. Смотрите, какая хозяйка двора. Всех гоняет. Рассказывают, как жить, что делать и тому подобное. У уток такое бывает. Пока они не привыкнут, пока они не притрутся друг к другу, то вот такие вот стычки у них могут быть. Особенно, когда в стаде главная утка, то тогда таких стычек не избежать. По поводу цыплят с магазина. Многие те, кто не смотрят видеоролики постоянно, кто в первый раз попали на наш канал, кто в первый раз открыли то видео, где написано, что цыплята из яиц магазина, начинают писать, что такого быть не может, что это вранье. Из магазина яиц цыплята не вылупляются и тому подобное. С
Смотрите, пожалуйста, предыдущие видеоролики для того, чтобы вам было более понятно, что происходит, как происходит и где взялись эти цыплята. Где-то 3 или 4 видео подряд я рассказывал о том, что мы заказывали инкубационное яйцо породистых кур из 3 или 4 окрасов кур породы Брама и 3 окраса кур породы Кахинхин. Человек пообещал собрать нам 100 яиц Брама и 50 яиц Кахинхина. Но в итоге оказалось, когда мы открыли посылку, ту, которую нам передали, что это яйца из магазина. И только несколько десятков яиц были от домашних курочек, которые отличались от тех яиц, что были куплены в магазине. Человек купил яйцо в магазине, перетасовал его со своим яйцом, которое было у него дома, от поместных курей. И продал нам это яйцо как инкубационное яйцо от породистых кур в надежде на то, что мы будем инкубировать это яйцо, что мы не понимаем, что это яйцо не от породистой птицы. А потом, когда вылупятся цыплята с тех яиц, которые более-менее подходящие под те яйца, которые мы заказывали, человек сказал бы, что ну, это ваши проблемы. Цыплята, что у вас вылупили, значит, вы что-то делали не так, либо у вас плохой инкубатор. Но не так все пошло, как хотелось, потому что сразу было видно, что это яйцо фабричное, заводское и тому подобное. Поэтому и такое название видеоролика. Еще раз хочу сказать, что если кому-то что-то непонятно, то смотрите предыдущие видеоролики для того, чтобы не было у вас никакого замешательства. Естественно, с первого видеоролика не все будет понятно. К сожалению, такие ситуации есть, таких ситуаций очень много. О таких ситуациях я рассказывал еще несколько лет назад, когда мои знакомые попадались, когда много знакомых моих знакомых попадалось. Но никогда я не думал, что попадусь я, потому что вроде бы не первый год занимаюсь этим делом, знаю, что спрашивать, знаю, какие вопросы задавать, но, как оказалось, тоже попался. Получили вот такой вот интересный опыт, поэтому в жизни бывает всякое, будьте бдительны, осторожны, и как называется, доверяй, но проверяй. Поэтому я уже неоднократно говорил, прежде чем что-то где-то заказываете, просите фотографии, видео, созванивайтесь с человеком по видеосвязи. Если есть возможность, приезжайте в хозяйство, смотрите, забирайте яйцо с рук в руки. А лучше всего это уже покупать готового цыпленка, либо готовую птицу, чтобы вы могли уже 100% видеть, что вы берете, где вы берете, у кого вы берете и тому подобное. Потому что такое вот бывает. У нас снова отключили электричество. Инкубаторы наши без света. Будем надеяться, что скоро его включат, это электричество, но пока электричества снова нету. Инкубация в этом году очень и очень интересная. Как мы будем инкубировать и подращивать этих цыплят, пока вообще непонятно. Надеемся, конечно, на лучшее. Надеемся, что перебои с этим электричеством стабилизируются и все будет нормально, все наладится. Надеемся и верим на лучшее. Ну а там посмотрим. Предыдущий видеоролик очень интересный для тех людей, кто любит природу, для тех людей, кто любит путешествовать, либо для тех людей, кто вообще любит красивые места. Поэтому не пропускайте его и можете его с удовольствием смотреть. Это было еще 1,5 года назад, потому что несколько людей мне уже написали и в комментариях, и в личных сообщениях, что какая красота, как вам хорошо
что удалось куда-то уехать, и все думают, что это вот на данный момент. Но это не на данный момент. Там красивое зеленое лето, а на данный момент у нас уже красивая холодная осень. Поэтому разница во времени есть. Все как-то никак не доходили руки для того, чтобы слепить это видео в кучу и потом показать его вам. Но получилось так, что понаходил все нарезки с видео, понаходил все те места, где мы были и что видели, и получилось красивое очень видео и для вас, и для нас, чтобы вспомнить, где мы были, как это было и какую красоту мы видели. Поэтому как-то так. Всем желаю хорошего дня, мира, счастья, добра, любви, крепкого здоровья вам, родным, близким, питомцам, если они у вас есть. Пускай все у всех будет хорошо и еще лучше. Любите, будьте любимы, делайте добро, дорожите временем, цените теми, кто рядом с вами, дорожите тем, что у вас есть. Всем всего хорошего, всем пока-пока и до новых встреч. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, потому что от этого зависит жизнь нашего канала. Для вас это ничего не стоит, а для нас это многого значит. Поэтому еще раз хочу попросить, кто без подписки, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчики для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых событий и не пропускать наши видео. Всем всего хорошего, всем пока и до новых встреч!